Друзья, при начале просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка в описании. Зайдите к нам в гости. Трагическая новость, друзья, с самого утра разнеслась по многим российским сайтам. Некоторые фанаты до сих пор рыдают и не могут в это поверить. Ведь мы все так сильно любили российскую певицу Максим. Мы очень переживали, когда она находилась в больнице в смертельном состоянии. И вот сегодня с ней опять случилось горе. Как оказалось, певица со своими друзьями находилась на отдыхе в горной местности. Они решили прокатнуться на лошадях. Они выехали с туристической базы, и буквально через полчаса лошадь, на которой сидела Максим, начала брыкаться и скинула с себя певицу. При падении певица сильно ударилась головой, а также поранила ногу. После этого лошадь убежала. Друзья на своей лошади доставили певицу на туристическую базу, где медики, которые дежурят на базе, оказали медицинскую помощь. А затем все-таки решили ее госпитализировать, так как травма головы очень серьезная. На данный момент Максим проходит полное обследование в больнице. Буквально где-то через час нам будут известны все результаты, друзья. Давайте поддержим певицу Максим. Пусть у нее все будет хорошо. Будем надеяться, что травму, которую она получила при падении с лошади, не сильно опасно для ее здоровья. Поддержите нас, друзья, подпишитесь на наш YouTube канал, жмите на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить продолжение этого выпуска. Будьте с нами, друзья. До скорых встреч на нашем YouTube канале.